Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом французского десерта. Рецепт называется «Шоколадный трюфель». Шоколадные трюфели названы в честь трюфелей, найденных в земле. Большинство трюфелей земли темного цвета и имеют шероховатую поверхность. Это также относится к шоколадным трюфелям. Итак, для рецепта нам понадобится шоколад, какао, сливки, масло, яйцо. Шоколад я использую вот этот. Это бельгийский чистый шоколад, очень хороший сырый. Шоколад мы должны растопить на водяной бане, пока подогревается вода. Я сейчас насыплю сюда шоколад. Отделяем желток от белка. Также нам нужны сливки 100 мл, 35% жирности. Потихоньку наш шоколад растапливается. Я сейчас поставлю подогревать сливки. Сливки должны быть горячими, но здесь я их чуть передержала. Горячие сливки добавляем в шоколад. Добавляем, постепенно перемешивая шоколад. И мы на пути получения ганаша из этой смеси. Шоколадный трюфель – это маленький шарик из шоколада и ганаша. Ганаш – это шоколадная смесь со сливками, а иногда и со сливочным маслом. И перемешиваем. Не смотрите на то, что я беру масло руками, я все делаю по рецепту. И вот такими маленькими кусками добавляем и перемешиваем. Масло должно быть очень мягким и должно быть очень хорошего качества. Я использовала 82,5% жирности. И вся эта масса заливается в форму. Я готовила. Берем пищевую пленку, накрываем нашу формочку, но чтобы так, чтобы был контакт с шоколадом. И ставим все это на 6 часов в холодильник. Будем резать. Сегодня уже второй день. Я их готовила вчера. Вот так я закрыла и положила в холодильник. В холодильнике можно их хранить в течение 2 недель.
я налила себе чаю.